Доброе утро! Если вы решили приготовить блины, сегодня я расскажу, как оптимизировать этот процесс. После того, как из всех продуктов вы приготовили необходимую смесь, перелейте ее в пустую бутылку из-под кетчупа. В таком виде смесь легче взбалтывать, не нужно больше возиться с поварешкой, и самое главное, она легко распределяется по всей поверхности сковородки. И при желании к этому процессу можно подходить творчески. Проще простого.